Доброго всем утра, еще утро. Мы на Мисхоре. Идем не совсем по... Ну, зашли не совсем на входе. Мы здесь санаторий Мисхор рядом, где административный корпус, там справа. Лесенки тут по этой, которой никто практически не ходит. Но тропинка есть. Я, если что, ничего не говорил. Шучу. Пойдем сходим на пляж, посмотрим, что там у нас. На Русалке, да на Мисхоре. Глянем. Все еще зеленая. Трава, кстати, растет, свежая, выросла. Там даже какие-то еще проклюнулись. Зеленушка какая-то. Ходили сейчас вверху. Да. Как будто, если смотреть вот так вот, где солнышко, так вообще прям, если, то есть сделать фотографии, сказать, что это лето, люди поверят. У нас солнышко сегодня, снег был, на видео выложу. Так что такая вот, ну, ветер. Очень сильный ветер, шторм тоже довольно сильный. Сейчас мы пойдем это все дело внизу заснимем. У нас еще, где мы живем, электричество сегодня отключили. Вот так вот здесь сегодня. Вот так вот здесь подмыло. Ленточка была, ее порвало. Корни. Да. Тут давно подмыло, потому что видно, что ленточка уже такая. Мы здесь давно не были. Ну, конечно, если коммуникации здесь рыть делать, они же откапывали, потом закапывали. Вот труба здесь, одна, вторая, пластик, металл. Водичка течет. Классно, все подмыло. Такие вот дела. Так, ладно, надо идти вниз. Там уже видео будет, сейчас еще чуть-чуть запишу. Здесь тоже текло так хорошо, мощно. Ну, собственно, вот эта дорожка, по которой ходят отдыхающие. Сейчас мы придем в парк, у меня видео уже есть. Небольшое парк. Подойдем сверху видео снять, пойти. Хотя, наверное, надо сейчас пойти сверху. Видео, что там происходит, а потом уже пойдем вниз на пляж. Да. Так, шторм будет у нас в море отдельно. Так что вот так вот.